Я не вижу, что и за этим окном. Ну и не надо смотреть. Ну сейчас мы немец победили, а вот это еще не конец, как. Нам еще не раз с ним придется столкнуться. Так, открыть. Порох. Отлично. Это порох, и можно сделать патроны для дробовика. Давайте этим займемся. С пистолетом. Ну все, теперь можно уходить из полицейского участка. Больше нам здесь делать нечего, в принципе. Был труп, сейчас его нет. Так, здесь ничего. Бочка. Есть новая тварь какая-то. Патроны. Отлично. Он что-то держит. Дневник наемника. 1 сентября, после 6 месяцев интенсивных тренировок, я наконец вернулся себе прежнюю форму. Я был хорошим солдатом, но меня пытали и выбили из меня ложные показания. Меня приговорили к расстрелу без объяснения причин. Но в то утро, когда меня должны были расстрелять, случилось чудо. Компания спасла меня и дала мне еще один шанс. 15 сентября. Я прервал свой отпуск и вернулся в штаб-квартиру. Похоже, для моего отряда UBCS нашлась работа. Корпорация Umbrella содержит собственную полувоенную организацию для борьбы с корпоративным терроризмом и похищениями сотрудников. Кроме того, у корпорации есть команда ассенизаторов. Они борются с проблемами, которые создают нелегальные продукты. Я вхожу именно в эту команду. 28 сентября. Дон здесь, но мы завязли в этом кошмаре. Здесь совершенно нет продовольствия. По улицам бродит нежить, которая питается плотью живых людей. Если бы у меня был выбор, я бы предпочел, чтобы меня тогда расстреляли. Лучше смерть, чем этот сумасшедший дом. Я решил сам спустить курок в надежде, что мое мертвое тело не вернется к жизни. Так, файлы. Мы ничего не пропустили пока? Пока у нас нет, пока у нас все в порядке.
Это пожарный гидрант, а пожарный шланг прикреплен болтами. Понятно, сюда нам еще рано. Так, синяя травка. Давайте возьмем. Так, объединить ее нельзя. Воу-воу-воу, собаки. Нет. Пока я с вами не буду сражаться. Собачки. Патроны я тратить не буду. Опа. Или... Да черт с вами. Ух ты, падла. Да сдохнешь ты уже наконец или нет? Какое это живучее. Порох Б. Отлично. Похоже, ему перегрызли горло. Здесь нет ничего интересного. Давайте посмотрим, может здесь что-нибудь пропустили. Нет, здесь ничего интересного. Проход забаррикадирован. Собаки, держи. Поближе. Вот так тебе. Чуть-чуть патронов сэкономили. Похоже, он заряжает аккумулятор. Силовой кабель. Толстый кабель для питания больших электрических машин. Похоже, не хватает энергии. Мотик-то стоит там. А, крутяк. Так. Трава здесь синяя. Здесь больше... Помимо травы ничего нет. Синяя трава. Использовать. Не могу это использовать. Отлично. Патроны... Так, ленту мы не будем брать. Она нам ни к чему. Такс. Кабель тоже пока скинем. Это тоже скинем. Так, давайте-ка сделаем еще патрончиков для дробовика. Опа,
Давайте возьмем дробовик. Блин, цапля. Надеюсь, сейчас они не появятся больше. Я скину дробовик. Отлично. Ничего интересного. Вот переграждает стройматериалы. Карта Дантауна. Так, валим от них. Ну что ты стал тормозить-то? Оп-оп-оп-оп-опа. Валим. Потом с ними разберемся, когда будем более готовы. Убил его? Он убил его. Птички. Положите сюда свою мудрость. Там есть пустое место, куда можешь это положить. Будущее в наших руках. Бронзовый компас. Понятно. Чего? Мы должны передать наши знания будущему. Это наше величайшее предназначение. Мэр Ракун Сити Майкл Уоррен. Так, здесь ничего, да, нет. Ничего подозрительного. Телефонная линия, похоже, оборвана. Путеводитель. Путеводитель по городу, улицы нашего города. Дорогие граждане, благодаря добрым и
щедрым людям из корпорации Umbrella, наш город стал мирным и спокойным. Огромные пожертвования корпорации пошли на социальные программы, коммунальные услуги и на поддержание общественного порядка. В 1992 году я уже пятый год работал на посту мэра нашего прекрасного города. Многочисленные пожертвования и упорный труд позволили нам построить здание муниципалитета и современную больницу. В честь этих прекрасных достижений в том же году мне был поставлен памятник. Он находится в здании муниципалитета. Я приехал в этот город 35 лет назад. Тогда я был простым инженером. Я внес свой вклад в создание электросети и строительство канатной дороги. Я обещаю хранить верность традициям этого прекрасного города и посвящу всю свою жизнь его благосостоянию. Мэр города Майкл Уоррен. Отлично посвятил. Тяжелая крышка, в ней есть отверстие, куда можно что-нибудь засунуть. Это, похоже, управляет насосом. Так. Утечка горючего газа. Закрыто на простой замок. Ага. У нас отмычка не с собой. Так что надо бежать за отмычкой. Так. Бежать за отмычкой. Опять мимо этих. Засранцев. Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Отмычку. Так, и давайте тогда, наверное, возьмем сразу дробовик. Прикончим эти тварей. Этих. Так, так, так. На всякий случай синюю траву возьмем, потому что они могут отравить. Это я помню. В ловушку. Месте тормозит. Ай. Ай-яй-яй-яй. Опа. Бегом, бегом. Отлично. Фу. Все жестче и жестче, твари. Так, что здесь у нас? Здесь есть отсек, куда можно вставить аккумулятор. Понятно. Сюда нам еще рано. А, давайте труп посмотрим. Вот.
Порох есть. Пока для пистолета у нас нормально, мы его просто уберем. Все по порядку. Раз мы сюда здесь начали, значит здесь и закончим. В хорошем смысле слова. Взят предмет пожарный крюк. Такс. Нам бы... Нам бы выложить, блин, что-нибудь. Зайдем сюда. Так, сдох. Отлично. Оп. Это я помню, здесь у нас сохранение есть. Save room. Так, патроны для дробы. Ага. Вот так, да? Ладно. Такс. 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 Так, эта ручка нам пока не нужна. Окей.